поработать для красоты. В сельское поселение, где располагается один из самых известных в Щелковском районе памятник истории и культуры, берущий свое начало с 16 века, в усадьбу Гребнева на субботник приехали более 100 человек. И не только из нашего района, но и из нескольких районов Московской области. Инициаторами субботника выступил общественный совет при Главном управлении Государственного административно-технического надзора Московской области совместно с Союзом журналистов Подмосковья и еще 8 организаций, начиная с Торгово-промышленной палаты, регионального, областного и муниципального отделений общественной организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия», Всероссийского общества охраны памятников культуры и вплоть до представителей различных религиозных конфессий. Они приехали сюда, чтобы в этом удивительно красивом месте, на берегу Барских прудов, убрать мусор, оставленный, к сожалению, теми, кто, увы, не умеет отдыхать прилично, вести себя уважительно по отношению, в данном случае, к потрясающе волнующему, наполненному и природным великолепием, и исторической памятью месту. Усадьбу Гребнева выбрали для субботника совсем не случайно. Центр Гребнева, вы знаете, это, будем говорить, истоки русской поэзии, письменности. Здесь посещал это место Гаврил Державин. Здесь был такой, будем сказать, начало культурного становления России. Редкий случай, когда усадьба, центральная усадьба, вот этот, ну, по крайней мере, фасад, сохранилась в историческом ландшафте, в естественном ландшафте. Но и поразило состояние этого, в общем, значительного для нашей культуры места, состояние полной разрухи и забвения. Субботники – дело полезное во всех отношениях. Еще раз обратить всеобщее внимание на Гребнева, на саму усадьбу, на территорию вокруг нее очень важно. И не менее важно просто собрать мусор, даже несмотря на дождь, с которым на этот раз немножко не повезло. Настроение? Ну, погодка испортила, конечно, немножко настроение, а так боевое, трудоспособное. Собранный мусор участники субботника аккуратно сложили в кучу. Коммунальная служба администрации поселения Гребнева тоже поучаствует в благом деле. Увезет мешки и собранный сухостой на свалку. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».